Дякую, Сергей. Спасибо. Дякую. Thanks a lot. Всем привет. Это канал Canada Cars. Автомобили из Канады во все страны мира. Меня зовут Алекс. И в этом видео мы хотим выйти за пределы нашего автосалона и показать вам, как мы приобретали машины, которые находились у других дилеров в Монреале. То есть мы их проинспектировали, посмотрели и купили. Значит, одну машину, это Volkswagen Passat, мы покупали для Виктории из Львова. Привет вам, Виктория. Прекраснейшую машину в очень классной ценовой категории. Вы это все впоследствии в видео увидите. Значит, и когда мы пришли, посмотрели для Виктории эту машину, оказалось, что этот дилер продавал, также у него были какие-то еще Volkswagen. И один из Volkswagen, Volkswagen Jetta дизельную, мы купили для Сергея из Киева у этого же дилера. То есть, ну, этот дилер вам передал всем привет, это сейчас вы увидите. Вот, и идемте, сейчас вы посмотрите своими глазами, как это все происходило. Это очень маленький дилершипчик, но бывает иногда и у них тоже хорошие цены. Мы эти машины проверяем, смотрим, если она действительно автомобиль соответствует ожиданиям и хорошая ценовая категория, то мы выкупаем и сразу запаковываем в контейнер, отправляем нашим клиентам в те страны, где они заказывают. Но в данном случае эти машины пошли в Украину. Побежали, посмотрим. Выходим с нашего автосалона, побежали, посмотрим, как это все происходило. Make the small presentation. Yeah, this is Mr. Lauren. We bought the car from his dealership. This Volkswagen Passat. Victoria, Mr. Lauren wants to say something for you, for Ukrainian people and Russia. In Russian? Yeah. Okay. I don't know. Спасибо. Thank you. I hope you buy some more cars from me. I don't have much cars. We do trucks, but I have a few left. So if you deal with them, I'm only dealing with them. So we спасибо. 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 Сегодня вот такой дождливый осенний день, а мы купили прекрасную, шикарную машину Volkswagen Passat 2014 года. Для Виктории. Виктория, это ваша машина, она шикарная, с мотором 1.8, очень экономичная и очень в хорошем состоянии. То есть мы немножечко сейчас вам ее покажем, это очень маленький дилершипчик, собственник которого, в принципе, передал вам привет украинцам и непосредственно вам, Виктория. Спасибо сказал за то, что мы у него приобрели для вас машину. Вот также нам этот дилер предложил вот эту беленькую машину. Volkswagen Jetta, если вас интересует, можно даже приблизить, показать ее. Она будет получаться дизельная 13 года, 2.0 дизель, 10,5 тысяч долларов США уже в Украине. Это чуть дороже, то что лучшая комплектация. Собственно говоря, давайте я вам покажу эту машину, которую мы купили, а дальше, если вас будет интересовать та белая, дайте знать, мы вам ее купим, Jetta эту. Это Passat у нас. Еще раз. Получается, этот Volkswagen Passat, это для североамериканского рынка. Сейчас мы вам покажем, чем он отличается. Он отличается очень, очень важной характеристикой. Ну, давайте вначале сейчас покажу саму машину. Да? То есть, ВИН-код этого автомобиля. Вот, и машина чисто 2014 года. Давайте, наверное, обойду ее по кругу, хоть гляните, что у нее. Одна маленькая царапина здесь на бампере, сбоку там чуть-чуть прошкрябана, чуть-чуть еле-еле совсем. Но машина абсолютно не аварийная. Нормальное состояние резины. И лакокрасочное покрытие просто отличное состояние. То есть, ну давайте вот теперь вернемся к салону. Салон абсолютно не затертый. Машина с пробегом 183 тысячи километров. Она сейчас работает. Вот кожаный руль, ничего тоже не затерто. Видите, двухсторонний климат-контроль, два ключика у машины, подогрев сидений передних. Вот, если вот, видите. Так, ну, сзади, видите, все чистенько, все такое в очень-очень хорошем состоянии. Откроем быстренько багажник тоже. Комплект ковриков оригинальных тоже, зимний вариант, да? Запасное колесо. Так, давайте покажу ее под капотом. Ну и самое главное отличие, сейчас вам покажу уже
впоследствии, после того, как продемонстрируем двигатель. Вот двигатель стоит, у нее заведенный сейчас, как вы видите. Работает очень чисто, просто супер чисто. Вот. Этот Jetta, который, допустим, если кто-то захочет из вас купить, турбодизельная, тоже обращайтесь, она пока у этого дилера есть. Ну, наверное, самое главное отличие этой машины — ее размеры. То есть она намного больше европейской версии. Вот Виталий сейчас покажет, просто продемонстрирую вам. То есть при моем росте 1,93 м я без проблем усаживаюсь в это кресло переднее, да, пассажирское. То есть у меня еще остается место для ног там до бардачка, да. И в принципе я себя чувствую здесь довольно комфортно, то есть впереди. Теперь вот я не меняю позицию сидения, да, и покажу. Ну, можно даже дверь не закрывать, чтобы вы понимали. И сяду сзади. Вот у нас дождик начинается. Так, сзади. Вот посмотрите, у меня место еще до сидения полным-полно. То есть намного больше места сзади у Passat'а канадского, чем у Passat'а европейского. Давайте я закрою двери, чтобы не попадала вода. Чем у Passat'а европейского. Поэтому прежде чем купить Passat, 10 раз задумайтесь. Все-таки такой вариант намного интереснее, чем более короткий. А теперь везем эту машину на склад и отправляем ее в Украину для Виктории. Как говорится, вот сейчас мы ее покажем уже на складе, на фоне контейнера. Вот она осенняя погода канадская. Видите, что происходит? Только что дождика не было, теперь опять дождик. В общем, машина на складе, и мы ее на этой неделе грузим и отправляем в Украину. Виктория, мы вам желаем удачи. Машина вам понравится, она реально классная. И будут приносить радость вашей семье. Пока-пока, обращайтесь. Ну вот, а теперь, когда Volkswagen Passat с этого дилершипа черный, он уже плывет по океану по направлению к Украине, мы пришли забрать вот эту красивенькую беленькую Volkswagen Jetta 2013 года, дизелечек, и тоже отправляем ее в Украину. Вот она, Сацета. И тоже она плывет именно к украинскому народу. Сейчас вы уже увидите процедуру, как мы ее принимаем и привозим на склад. Вот эту лапочку. Hi, Mr. Laurent! We are ready for pick up this car. Yes, okay. Oh, how was everything? One thing I don't have is I didn't have another Volkswagen key. Okay. Она закрытая, сейчас я вам покажу. Все есть, запаска есть. Все как положено. Мистер Лорен! But here I saw this, I don't know for what, the cable. Which cable? Oh. Maybe it's yours. This is not plug-in. What is this car? It's not electric car. This is a diesel. Yeah, but I don't know what this car is. Maybe, I think it's yours. I mean, it's not mine, maybe the person who had the car before. Yeah? Короче, мы эту красавицу сейчас приедет эвакуатор, мы ее погрузим. Вот все-таки немножко класс машин отличается. У Passat'а капот поднимается с амортизатора, а здесь приходится ставить вот эту подпорочку.
going directly to... Yeah.